Вот народная израильская забава. Забыл, как называется, что-то типа тенниса или бадминтона, но играют более широкими ракетками. И мячик такой резиновый, но такой крепко сбитый, тугой. Тугой такой, крепко сбитый. Там вот собаки на втором плане стоят. Сейчас к ним подойдем поближе, посмотрим. И вот заметьте, люди постоянно ходят по пляжу. Зад-вперед. Один маршрут. От Тель-Авива и до Ришна, или даже до Пальмахима. Вот, смотрите, как играют. Ну, сейчас утро, 7 утра, Бат-Ям. Маловато народу. А здесь такие разыгрываются большие шлемы по выходным дням. Что любо-дорого посмотреть. Вообще пройти вот даже бывает сложно. Такой вот как, кстати, такой по голове. Она как шмякнет таким снарядом, болидом. И все, и голова раскалывается как арбуз. Были такие случаи, говорят старики. Так, подойдем к собакам. Что там делают собаки? Собаки кого-то явно ждут. Вот смотрим, как они стоят. Кого же они ждут? То ли золотую рыбку, наверное. Больше там и ждать-то некого. Нет. Люди все ходят и ходят. Кого ждет? А? Скажи мне, кого ты ждешь? Кого ты ждешь там? Ну, кто там должен приехать? Дядька Черномор? С кого? 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 Кто там? Кто там? Скажи мне, кто там? Ну вот, сказала. Я в Черном морге, да, смотри какой. Ой, какой красавец. Так, еще ты голос подай. Вон они, все. Пошла в море. А, хозяин, видимо. Хозяина не видно. Хозяин, хозяин уплыл, да, я вижу. Уплыл хозяин, и ты сидишь его ждешь. Собачья верность. Пока хозяин там плавает где-то, собаки на берегу волнуются и его ждут.